Добрый день. Да, благодарю вас. Хорошо. Спасибо большое. Ну что ж. Так, я сейчас подключу рабочий стол себе. Так, подключил. Сейчас, секунду. Да. Ну что ж, спасибо вам большое за вопросы. На самом деле мы выберем сегодня один вопрос, он достаточно такой любопытный и интересный. Это что же такое отклонение постоянных производственных накладных расходов по мощности? По мощности и по эффективности. Да, ситуация в следующем. Дело в том, что в программе российской вот квалификации до 2017 года этого вопроса вообще не было, этих отклонений. Эти отклонения у нас с вами возникли в программе 2017 года и сейчас тестируются. То есть вот есть задачки на это, и это нужно как бы знать и понимать. Вот. И у нас есть на сайте МСФО Тренинг есть мастер-класс по анализу отклонений. Я рекомендую настоятельно его посмотреть. Там ситуация в следующем. Дело в том, что вот это вот отклонение постоянных производственных накладных расходов по загрузке мощностей и по эффективности использования мощностей, да, вот, оно на самом деле делит отклонение по объему производства. По объему производства. Вот. И там в мастер-классе у нас разбирается вот этот вопрос, а что такое отклонение по объему производства и с чем его едят, да, и почему оно вообще возникает. Схематично можно сказать так, что... Так, а три плюсика у кого возникают еще, ну вот, кроме спросивших, да, вот, три плюсика. У кого возникают вопросы вот по этим отклонениям? Если все нормально, то напишите. Я разобрался. Будете подсказывать. Может быть, я вам подскажу и какой-то другой подход, немножко точку зрения. Давайте начнем вот немножко с самого начала. По отклонениям, чтобы структуру представить. Отклонение постоянных производственных накладных расходов. На самом деле это отклонение делится на два типа. В случае, если у нас с вами маржинальный метод, есть только одно отклонение. Это отклонение по затратам. Постоянных производственных накладных расходов по затратам. И это отклонение в маржинальном методе оно только одно, то есть вот других отклонений нет. В методе полного поглощения у нас есть отклонение постоянных производственных накладных расходов по объему выпуска. Обратите внимание.
выпуска. Вот, и это то, что у нас было до 2017 года. Вот так вот мы эти рассматривали отклонения. Сейчас прибавилась еще дополнительная разбивка этих отклонений по загрузке мощностей. По загрузке. И отклонения по эффективности. Использование мощности. По эффективности использования мощности. Вот, вот эти вот отклонения. И мы с вами сегодня, ну я думаю, что как бы время у нас хватит, мы рассмотрим и вот это, и вот это, и вот это отклонение. Извините, пожалуйста. Так, почему у меня не включилось? Вот так. Вот что я успел нарисовать. Угу. Хорошо. Так, тогда можно я вас попрошу три плюсика? Что это? Что вы там перерисовали или использовали? А я вам, кстати, сейчас, знаете, что сделаю? Пока вы перерисовываете, я вам выложу конспектик краткий. Вот со структурой этих отклонений и с формулами. Я думаю, что вам это пригодится. Угу. Так, сейчас, секундочку. Угу. Так, выложил. Вот с этими отклонениями. Надеюсь, что ссылку ссылочка у вас есть. Сейчас я ее еще вам продублирую. На папку группы. Так. Да, совершенно верно. Татьяна Викторовна, спасибо большое.
Все, вот Татьяна Викторовна выложила папочку, где находится краткий конспект по отклонениям. Вот там вот все формулы по отклонениям полностью. Ну и плюс вот эти вот два отклонения, которые мы сейчас разберем. Давайте будем разбирать и понимать, что у нас происходит по цифрам. Мы рассмотрим причем цифры сделаем такие. Переменные затраты и цены оставим такие же, так, план факт, но сделаем следующее, что у нас с вами план и факт будет отличаться от, во-первых, по объему производства и реализации, и будет отличаться по постоянным производственным накладным расходам. Хорошо, чтобы мы с вами сосредоточились именно на этом отклонении. И вот здесь вот мы в рамках вот этих цифр поэкспериментируем. Хорошо? Итак, давайте начнем. Условия. Я условия придумываю из головы. У меня оно нет специально заготовленного, да, потому что жизнь, она вот дает какие-то цифры. Так мы их анализируем и приводим к выводу. Итак, допустим, у нас с вами план производства. План производства равен, ну, сколько? Большая, наверное, цифра, да? 4000 деталей. 4000 единиц чего-то. План реализации. Равен 3800 единиц. Так, цена у нас с вами равна $100. $100. Переменные затраты. Переменные затраты на единицу. Допустим, у нас с вами равны, ну, сколько? $40, да? $40. И постоянные затраты производственные накладные расходы у нас с вами равны 160 тысяч долларов. Так, теперь факт. Факт. Факт производства у нас равен, пусть будет 5. 1000 единиц, так, на 1000 больше. Факт реализации. Реализовали 4500 единиц. 4500 единиц. Цена та же. Переменные затраты те же. А вот постоянные расходы, пусть у нас с вами будут какое-нибудь неровное число. Равны 178
тысяч долларов. Ну, вернее, вот, конечно, тысячи я зря написал. $178. Вот. Вот такая вот вещь. И теперь давайте посмотрим и проанализируем отклонение. Пока мы с вами сможем проанализировать отклонение постоянных производственных накладных расходов по затратам и по объему выпуска. То есть нам нужно будет дополнительное условие, чтобы проанализировать отклонение по загрузке мощностей и отклонение по эффективности использования. Но пока этого нам будет достаточно. Так, что-то стало темно. Вот, три плюсика, что вы переписали условия и готовы поэкспериментировать. Вот, итак, вот она задачка, да? Ну вот, я ее не решал. Будем решать прямо вот сейчас, в процессе. Давайте сделаем, найдем фактическую и плановую прибыль и сделаем сверку. И теперь посмотрим ну вот, на цифры и какой их экономический смысл, да, что они делают. Потому что в мастер-классе мы разбирали упрощенную вещь, там этот экономический смысл как раз разбирается, но он разбирается на упрощенной ситуации, когда у нас с вами нет остатков готовой продукции. А здесь у нас есть остатки готовой продукции. Итак, плановая прибыль. Давайте найдем. Плановая прибыль. У нас везде метод полного поглощения. Потому что маржинальный метод не вызывает вопросов, и тут нет ничего как бы страшного. Итак. Плановая прибыль какая? Да, нам нужно рассчитать еще ставку поглощения. Ставка поглощения у нас равна 160 тысяч долларов разделить на 4000 долларов. И это получится $40 на единицу. $40 на единицу. Мы также можем рассчитать валовую прибыль на единицу. Давайте ее рассчитаем. Валовая прибыль на единицу. И она у нас будет равна $100 минус $40. Ага. Можно я изменю? Да, чтобы цифры у нас вот не совпадали, так уж совсем откровенно. Переменные затраты. Можно? Поставим, давайте, 30. Вот сюда, 30. Чтобы уж так откровенно не это. Минус 30. Переменные затраты. И минус 40. И у нас $30 на единицу валовая прибыль. Ну ладно, 30 переменные расходы, 30 валовая прибыль. Не страшно уже. Итак, плановая прибыль какая у нас будет? Плановая прибыль. Тут у нас не будет никакого излишнего и недостаточного поглощения, да? Потому что, исходя из плановых цифр, поэтому можно умножить реализацию плановую 3800
умножить на 30 долларов и получится 114 тысяч долларов. Да, три плюсика, что понятно, как мы получили плановую прибыль. Можно тупо сосчитать, вот выручку посчитать, переменные затраты посчитать, минус постоянные затраты 160 тысяч. Вот, да, постоянные затраты не минус. Постоянные затраты, относящиеся к реализованной продукции, да, потому что часть в методе полного поглощения, часть постоянных затрат у нас уляжется в готовой продукции. Вот, это плановая прибыль. Теперь давайте посчитаем фактическую прибыль. Фактическая прибыль. Фактическая прибыль может быть посчитана двумя способами. Первый способ это посчитать прибыль маржинальным методом и скорректировать ее на сумму запасов. Вот. Второй способ это посчитать валовую прибыль до корректировок и скорректировать ее на недостаточное или избыточное поглощение. Вот. Три плюсика, что недостаточное избыточное поглощение, понятно, о чем я говорю. Три минуса, если непонятно. Если избыточное недостаточное поглощение вызывает вопросы. Понятно. Хорошо. Угу. Ирина Сергеевна не зазывает. Ксения, понятно. Танаткан, понятно. Хорошо. Ну, давайте я кратенько двумя способами решим эту задачку, чтобы тоже было видно, как мы решали. Потому что это тестируется на самом деле на экзамене. И тот и другой способ вы должны прекрасно знать и уметь им пользоваться. А потом нарисуем схемку, что вообще в принципе там происходит. Итак, первый способ. Через маржинальную прибыль. Давайте посчитаем. Итак, прибыль маржинальным методом. Обратите внимание, что прибыль маржинальным методом и маржинальная прибыль это разные понятия, да? Прибыль маржинальным методом. У нас с вами равна маржинальная прибыль. Сколько у нас там маржинальная прибыль? 70. А продали 4500. 4500 единиц умножить на 70. И получится 315 тысяч. И постоянные производственные накладные расходы у нас с вами равны 178 тысяч. И прибыль маржинальным методом. Прибыль маржинальным методом у нас равна, соответственно, минус 178, получится 137 тысяч. Так как у нас с вами остатки увеличились запасов, да, на 500 единиц, прибыль, рассчитанная маржинальным методом, больше или меньше прибыли, рассчитанной методом полного поглощения. Абсолютно верно, да. Прибыль маржинальным методом
меньше, чем прибыль, рассчитанная методом полного поглощения. Почему? Да потому что часть постоянных производственных накладных расходов, она легла в запасы. 50 вот этих вот 500 единиц, да? Корректировка. Корректировка на запасы. Корректировка на запасы. И 500 единиц умножить на, сколько у нас ставка поглощения получилась? 40. Умножить на 40. Это получится 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. И прибыль методом полного поглощения. Прибыль методом полного поглощения 157 тысяч долларов. Вот она. Прибыль. Так, и вторым способом давайте рассчитаем ради любопытства уже. Вот, потому что второй способ нам тоже важен, он важен для понимания того, что происходит. А потом я нарисую схемку. Второй способ. Второй способ. Через излишнее недостаточное поглощение. Поглощение. Итак, у нас с вами валовая прибыль. Прибыль до корректировки. До корректировки равна 30 умножить на 4500 единиц. И получится 135 тысяч долларов. 135 тысяч долларов. Теперь излишнее. Да, а здесь у нас будет, кто может посчитать, излишнее или недостаточное поглощение? Напишите в чате излишняя сумма или ну, недос там, или нет, такое-то, такая-то сумма. Излишнее поглощение. Угу. Хорошо. Да, совершенно верно. Излишнее поглощение или избыточное. Поглощение. Как посчитать? 5000 единиц производства умножить на 40 долларов ставку поглощения. Минус фактически 100, сколько там у нас? 178. 178, и у нас получается, если было излишнее поглощение, то с плюсом к прибыли 22. Итого 157 тысяч долларов. Магия, магия, да. Сейчас мы будем разбирать, откуда эта магия и почему она происходит. Теперь, почему эта магия происходит, да, и что вообще здесь получается? А получается здесь следующая ситуация. Посмотрите. Грубо говоря, схематично можно сделать это следующим образом. Схема учета.
Это счет переменных затрат у нас с вами. Затрат и счет постоянных затрат. Производственных накладных расходов. А сюда у нас поступают, затраты факт. Ну, в нашем случае он равен план, да, плановым затратам на единицу. Так. А сюда у нас поступает в счет постоянных производственных накладных расходов фактические затраты, которые равны чему? 178 тысяч долларов. Теперь, а здесь у нас с вами есть готовая продукция, ну условно говоря, склад готовой продукции. Готовая продукция. И здесь формируется себестоимость готовой продукции. Мы сюда относим в готовую продукцию. А себестоимость готовой продукции сформируется в СИМА, исходя из нормативных затрат, переменных и постоянных. Постоянные затраты у нас ложатся по ставке поглощения. В данном случае 40 тысяч долларов. То есть по ставке поглощения. По ставке поглощения. 5000 единиц у нас с вами выпущено. Умножить на 40 долларов. И получится 200 тысяч долларов. Да? Понятно. Итак, на счет отнесли в расходы 178, а взяли из расходов 200 тысяч и отнесли в себестоимость готовой продукции. На счете образовалось что? Кредитовое сальдо в размере 22 тысячи долларов. И это кредитовое сальдо мы списываем 22 тысячи долларов. Мы списываем в прибыли и убытки. Прибыли и убытки. Как? Это у нас с вами как доход. Как доход. Понятно, да? Вот что происходит, когда мы с вами делаем вот эту вот корректировочку. Излишнее поглощение. Да. А здесь у нас уходит. Здесь у нас уходит. Прибыли, убытки. А себестоимость реализации. Реализация. 4500 умножить на себестоимость 30 долларов. Это переменные затраты. Переменные затраты. Плюс 40 долларов – это постоянные по ставке поглощения. Понятно, да? Вот оно, что произошло. Угу. Три плюсика, что понятно, схемка. Вот. Вот, и если вы в голове ее будете держать, для вас многое станет проще. А теперь давайте сделаем сверку плановой и фактической прибыли методом полного поглощения. Сверка плановой и фактической прибыли. Методом полного поглощения. Итак, плановая прибыль у нас.
плановая прибыль. А сколько же она у нас там? Боже мой. А, 114 тысяч. Теперь, какое у нас с вами отклонение? У нас с вами есть отклонение по объему реализации. Да? То есть, в связи с тем, что мы с вами напродавали больше, наверное, чем мы запланировали продавать. Да? Вот, 3800 планировали, а напродавали 4500. У нас, естественно, с вами должна увеличиться прибыль. На какую величину? Если методом полного поглощения, на сумму валовой прибыли на единицу. Итак, отклонение по объему реализации. Отклонение. Объему реализации. 4500 фактическое минус 3800. Да, то есть это у нас с вами здесь 700 единиц. 700 единиц. И умножить на 30 долларов. Это валовая прибыль на единицу. Валовая прибыль на единицу. И отклонение у нас, конечно, будет 700 умножить на 30, 21 тысяча. И это отклонение будет благоприятное. Вот, теперь давайте посмотрим по отклонениям, связанным с затратами. Ну, в данном случае у нас отклонений нет, кроме постоянных производственных затрат. Отклонение. По постоянным производственным накладным расходам. У нас с вами оно будет делиться по затратам. По затратам. Фактические затраты у нас сколько там? 178 тысяч долларов. Минус 160 тысяч долларов. И получится 18 тысяч долларов неблагоприятное отклонение, да? Неблагоприятное отклонение. И следующее. По объему производства. И следующее по объему производства. Обратите внимание, не объему реализации, а объему производства. Фактический объем 5 миллионов минус плановый объем 4. Минус плановый объем 4. И умножить на, соответственно, ставку поглощения 30 долларов. Теперь момент следующий. Давайте посмотрим вот что. Вот здесь вот меняется знак. То есть если, и это нужно запомнить вот в этом случае. Смотрите, что происходит с обычным ресурсом. Обычный ресурс, допустим, мы тратим какой-нибудь металл для производства продукции. Если у нас объем производства возрастает, то наши затраты на металл, соответственно, тоже возрастают. Это негативно складывается, это негативно сказывается на чем? На прибыли, да? Вот, то есть в обычном случае, если у нас объемы растут, то ресурса нам требуется больше, что негативно сказывается на прибыли. Вот, здесь обратная ситуация. Если объемы растут, то отклонение становится благоприятным. И у нас с вами получается, здесь 1000 единиц отклонения умножить на 30 тысяч долларов. И это благоприятное отклонение.
Итого у нас с вами отклонение постоянных производственных накладных расходов 12 тысяч долларов. И оно благоприятное. Так, а почему ошибка? А почему ошибка? А, 40, да, конечно. 40. Спасибо вам большое. Конечно, ставка-то поглощения 40. 40, это ставка поглощения. Ставка поглощения. То есть у нас с вами будет $40 000 и 22 тысячи долларов это благоприятное отклонение. Вот, цифра ничего не напоминает? 22. Вот она, да? По сути дела, совместно это отклонение, связанное с по сумме затрат, плюс вот отклонение, связанное с излишним поглощением, дает нам сумму в целом излишнего разницы излишнего поглощения. Вот оно, что это такое. Вот оно, откуда появилось. Ну и давайте посчитаем прибыль. Прибыль фактическая. Прибыль фактическая. 114 плюс 21 плюс 22 получится 157. Тысяч долларов. Вот, мы посмотрели отклонение. Да, 157, совпало. Совпало. Теперь, еще раз, какая логика? С чем связано вот это отклонение? Это отклонение связано с фактически излишним поглощением. Почему оно благоприятное? На самом деле оно благоприятное, потому что нам нужно скомпенсировать вот это вот отклонение по объему реализации. Почему? Потому что в данном случае ставка поглощения здесь выступает в качестве переменных затрат. Мы же считаем валовую прибыль вот здесь вот 30 за минусом постоянных затрат, которые ведут себя на единицу, как переменные. Вот для чего это как бы нужна компенсация. Понятно, да? Вот. И в мастер-классе вот как раз об этом очень много говорится. Там вот как раз есть вот этот вот эксперимент, да, где мы рассчитываем прибыль маржинальным методом и методом полного поглощения в отсутствие остатков. Как мы знаем, в этом случае прибыль у нас с вами одинакова. В этом случае у нас прибыль одинакова. Вот, теперь следующий шаг. У нас с вами есть прибыль по объему производства. Так? И она с вами, у нас с вами может быть поделена по прибыль на отклонение по использованию мощности и эффективности использования мощности.
и эффективности использования мощности. Но это возможно, это отклонение возможно только если у нас с вами постоянные производственные расходы зависят от чего-то. То есть, допустим, они как бы зависят от труда часов. Или, допустим, зависят от машины часов. Машины часов. Допустим, у нас ситуация следующая, что для производства так, не подхватилась резиночка. Давайте напишем дополнительные условия. Дополнительные условия. Итак, эти отклонения, еще раз, они возникают только если постоянные производственные накладные расходы, они каким-то образом зависят от, допустим, труда часов или машины часов, но по какой-то дополнительной ставке. Да? Допустим, постоянные производственные накладные расходы зависят от труда часов. Часов. И для производства одной единицы товара требуется 0,5 часа. 0,5 часа. Вот. И фактически потрачено или использовано 2800 трудочасов. Давайте найдем эти отклонения. То есть, эти отклонения, еще раз, возникают только если у нас дополнительно постоянно производственные накладные расходы зависят от каких-то, ну как бы от какого-то фактора. Или мы можем отнести их на этот фактор. Вот. Потому что у них есть определенная зависимость. Давайте посчитаем ставку поглощения. Ставка поглощения затрат у постоянных производственных на 1 час. Да, то есть у нас одну единицу затраты составляют $40. А мы одну единицу делаем за полчаса. И поэтому ставка поглощения у нас $80 в час. Ставка поглощения $80 в час. Каким образом мнение по использованию, ну или загрузке мощностей? Отклонение по загрузке мощностей. Мы считаем следующим образом. Мы сравниваем фактические часы, так, и нормативные часы, которые были необходимы нам для планового объема производства. Вот что мы сравниваем. Вот. Логика такая. Допустим, у нас есть постоянные затраты, это же некий фонд, как бы рабочего времени в данном случае, да, у нас будет. Вот.
И момент следующий. А если мы вдруг получили, что фонд у нас не вот такой вот там какое-то значение, сейчас мы его посчитаем, а намного больше. Оказывается, у нас ресурс намного больше. Вот. И в данном случае, если ресурса больше, чем как бы мы предполагали, это влияние на прибыль будет у нас считаться положительным. Если ресурса, загрузка мощности меньше, чем у нас вот как бы было, вот, тогда влияние будет отрицательным. Это тоже нужно запомнить, к сожалению. Но, вернее, это нужно запомнить, но мнемонически это вот так вот запоминается. То есть, если у нас с вами... Итак, формула. Фактические часы. Фактические часы. Минус. Как бы плановый фонд рабочего времени, то есть у нас с вами производство было 4000 единиц. 4000 единиц. Да, умножить на полчаса. Часа. Так. И это у нас будет с вами равно 2000 часов. 2000 часов. То есть плановый объем на норму в часах. И у нас с вами будет, да, и умножить, естественно, умножить на ставку поглощения в час $80. И получится сколько? 800 на 80. 64 тысячи долларов. И это благоприятное отклонение. Благоприятное отклонение. Второе, что мы с вами посмотрим. Отклонение по эффективности. А отклонение по эффективности считается как обычно. По эффективности. Использование мощности. Мощности. Мы с вами затратили 2800 часов. 2800 часов. А сколько были должны потратить на фактическое производство? Минус 5000 единиц умножить на 0,5 часа. И у нас с вами получится 2500. Ну и умножить на $80. На $80. И здесь в данном случае мы потратили больше, чем должны были. То есть определенная неэффективность есть, да? То есть 300 умножаем на 80 и получится 24. Неблагоприятное отклонение. 24 отклонений неблагоприятное. Итак, смотрим, совпадает у нас это отклонение. Уходим вот сюда. И использование по мощности у нас с вами будет равно 64 благоприятное. И по эффективности 24 неблагоприятное. Вот оно. По объему производства разделилось, да, 40 благоприятное отклонение. Вот. То есть, еще раз, какие выводы вот здесь вот нужно помнить, когда мы рассматриваем отклонение по загрузке мощностей и отклонение по эффективности.
Первый. Они возникают только если у нас постоянные производственные накладные расходы как-то связаны. Мы не говорим, что они полностью пропорциональны, да? Но как-то соотносятся с трудозатратами, ну, либо какими-то машиночасами, возможно, работа оборудования. Вот. Да, и есть у нас с вами здесь отклонение между плановым объемом трудочасов и фактически затраченным объемом трудочасов. Вот это первое. Конечно, второе, они возникают только при методе полного поглощения. И третье, что нужно помнить, они делят отклонение по объему на вот эти два отклонения. По загрузке мощностей и по эффективности использования. Вот. Вот что я хотел объяснить по этому вопросу. Да, этот вопрос важный, потому что он с 2007 года, по сути дела, тестируется только-только. Три плюсика, что понятно. Вот. Немножко, как бы, понятно, что в учебнике как-то немножко это куцы объяснено совсем. Запомните формулу и все вроде бы, да. Как-то не сильно это все объясняется. Но вот так вот. То есть отклонение по загрузке мы считаем. То есть мы могли бы посчитать как. Смотрите, отклонение по загрузке. Это у нас с вами 800 часов. Мы считали, что фонд как бы рабочего времени у нас 2000 часов, который порождает постоянные производственные расходы, на самом деле на 800 часов больше. То есть 800 разделить на, там, на 2000, на 40% больше. И поэтому отклонение благоприятное, ресурса у нас больше. Вот так это можно запомнить, да? Но отклонение по эффективности считается абсолютно так же, как все отклонения по эффективности всех остальных ресурсов. Вот, то есть объем ресурса потраченного, сколько мы должны потратить, ну и умножить на ставку или цену этого ресурса. Все. Вот так. Нет, это разные вещи, Ксения. Еще раз, по эффективности использования, это и есть вот это вот эффективности, вот это производительности. Вот это производительности. Вот это. Эффективность, производительность, это вот эти термины. Да, а загрузка мощностей, это вот сколько у нас было, как нам казалось, и сколько мы реально загрузили. Вот. Вот такой вопрос. Да, спасибо вам большое. Я надеюсь, что... Надеюсь, что стало немножко понятней по этому вопросу. Да, пишите вопросы в Google форме на страничке, и мы будем разбирать это в следующей нашей встрече. Что еще хочу сказать? На четверг у нас на 11 часов Голдерта будем разбирать. Теория ограничений. Посмотрим. Она, может быть, не так вам поможет эта вещь на СИМА непосредственно, да, потому что то, что на СИМА есть, там три формулы и все. Вот, ты рассчитывай. И эти три формулы в тестах прыгают, все. А этот вебинар рассчитан на понимание вот этой теории ограничений. Это вам пригодится при работе, ну, как бы вот на... любом предприятии, на промышленном, на торговом, ну, чтобы вы понимали, что такое поток и что с ним нужно делать. Да, хорошо. Спасибо вам большое. Очень рад был встрече с вами, рад был вас увидеть. И встречаемся на следующей встрече через неделю. Да, вот этот вот рабочий стол вебинара я выложу в папку туда же.
Да, спасибо большое, до свидания.